Итак, значит, в каждом городе есть такие символы, которые это символы на счастье, что надо потереть, покрутиться, повертеться. В Вильнюсе их несколько, мы окажем с ними буквально небольшой коротенький ролик. И вот одно из них – это пузо счастья. Пузо счастья, вот как раз оно находится абсолютно на стандартном заурядном доме в центре Вильнюса. Просто вот такое пузо. Мы бы пробежали мимо, очень легко мимо него пробежать. Мы шли к нему по Google картам, да? Вот. Если бы мы не заметили, что нам показало, что все, пора уже, дошли, да? Вот, это, и значит, можно подойти и почесать это пузо, которое находится на стенке дома. Из ориентиров, которые я мог бы сказать для пуза счастья, вот, рядом с ним на данный момент находится, я думаю, что оно не изменится. Как это заведение зовется? Манами. Да. Манами. Вот, суши. Да, суши. Вот, это сушери, вот на стене такое вот пузо висит. Да.